13 сентября 2023 год. И афоризм на сегодня будет такой. Заметка, замечание. Обвинение в рукоприкладстве глупо опровергать избитыми фразами. Сделать себе такие нотатки. 13 января 2011 года. Избитые фразы, что еще есть про лексику, лексикон, слова, как чернильные кляксы Роршаха, каждый видит в них свое. Слово «не воробей» вылетит, может и влететь. Слова не могут, слова могут не только ранить, за словом могут и убить. Что-то как-то лучше со словами не связываться.